Я проведу вас к столу. Ой, а папочка? Папа общается. О, господи, подожди, чем? Заходите, заходите. Подождите. О, боже мой. А ты свет. Вот ваш стол. Ой, блядь. Это и все. Ставимся. Где ваша дисциплина? К ним обращайся. А ну ставимся, где ваша дисциплина? 30 кругов. Открой мне ее. 30 кругов. Все возраста. А да есть полотенце? Любчик, тебя игнорят. Вы что, не слышали, что старший сказал? Игнорят тебя все. Ладно, ты наш зять, мы тебя уважаем, любим, можем. Делай этот мир добрее. Значит, я скажу вам то, Ларик, что для вас не новость. Что для вас не новость. Этот мир не такой солнечный. Закрый рот. Кто не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы. Подделка. Палимая. Палево. Не, паленка сейчас. О, пошел, пошел, да я бачу. Горит точно, горит. Я вижу. А кто будет пить? Сашко первый. Там некомфортно будет. Чего? Потому что там мало места. Ой, какая гадость. Саша, дорогой, ты что? Ты что, ты отвернись, Саша? Оно горячее, наверное. Ой, херня. Добрый вечер и диспетчер. Добрый. Гвоздиком. А значит, Дося. Мы зашли эффектно с музыкой, конечно. Эффектно зашли с музыкой, но не засняли, не засняли. Да. Пошли. Я проведу вас к столу. Ой, а папочка? Папа общается. О, господи, подожди, чем? Заходите, заходите. Подождите. О, боже мой. А ты свет. Вот ваш стол. Ой, блядь. Это и все. А три кусочка колбаски, где? О, ой, там ребенок. Боже, Даша, ты ли это, ё-моё? Хоп, эй, на-на-най, где вопросы, где ответ? Ой, атмосферненько, чуешь, прям атмосфер... И одна розочка, надо, чтобы гвоздичка, я Саша. Я такие кудряшки, всё. И гляньте, какая красота, ну, оу. А виски, виски, антураж, антураж. О, шпроты, видали? Гитара, ой, колонки, диско-шар. Дотя. Это, конечно, тема, тема, тема. Даша огонь. Даша огонь. А я не поняла, ты что, как чушпан ходишь? Чушпан. Чушпан. Бузи. Бузи мой. Маленький. Дай мне не напить. А ты это, девушка бандита? Че что? Бандит. Пока что чушпана. Папа. Что надо? Еще один чушпан. Слышь, чушпан. Чушпан, правильно. Ты это, забираешь там? Конечно, вещи, сейчас, да. Сейчас. Не видно, не видно. Куда? Да. Ну что тараторила? Тарторетка. На ути. Та-дам! Ай! О, я знала, что там будет в этом образе. Ты будешь танцевать. Огонь! Где свет? Включите свет звезде сзади. Ёбс тудей! Ну ни хрена себе! Пипочки, бабушка! Белый образ! Я с рукой! Мы сейчас нарядим! Дай сейчас выверну, подожди. Держи, бо я тебе выверну. Тихо! Возьмите! Даша, 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 возьми, бо я сейчас это... Возьми, бо я сейчас... Вы слишком много хотите от нас. Боже, ну чёткая, чёткая. Вот это молодчина. Добрый вечер. Я не забуду. Значит так. Аля, девочки. Аля, какие девочки готовят стол. Поглядите, три кусочка колбаски, сухарики, селеденька, помидорки, рыбка. Это чи самогон, чи пиво, непонятно. Огурцы, намать его так, не різані. Газетки. Газетки же самое главное. Саша, а вытирать этот руки об скатерть? Да. Если что, да? Об себе, ага. Ой, помощник, боже. Ля, какие хозяйки.
даже в 2024-м таких не найдешь. А у нас есть. Вот так. Дали? И Дашенька готовит. Боже, девочка готовит. Я еще раз согласилась на эту авантюру. Так не прибедняйся. Значит, а усе. Нет, на кого он похож в этой кепочке? Музыка какая? Какая ему просится? Посмотрите, подскажи мне, какая ему музыка просится? С острых козырьков. Черный чемоданчик или что-то такое было, не? Ну, блин, просится песня сюда какая-то, ну. Ларик, какая песня под тебя просится? Сейчас я перекину, ты поймешь. А где мой чемоданчик? Это гоп, стоп. О, гоп, стоп, что там на эту чемальчику, да? Мы подошли, что там втихаря, что таке. И он говорит, одно мне весело, че шо? А? Я смотрю на эту еду и хочу сожрать все. А я вообще в шоке, столько наварганили. Это вообще чокнуться можно. Вы поняли? Кто это? Кто это? Это Иван. В общем, у нас организация и подготовка. Да. Музыки нема, дитинка спит. Санечка настраивает аппаратуру. Тихонько, не шуми. А если замес начнется, что будете делать? А? Они готовы, что так, не готовы? Ну-ка, встали. Встали все. Где ваша дисциплина? К ним обращайся. А ну встали все, где ваша дисциплина? 30 кругов. Открой мне ее, 30 Сима кругов. Сима за 100. А да есть полотенце? Любчик, а? Тебя игнорят. Вы что, не слышали, что старший сказал? Игнорят тебя все. Вообще. И снова седая ночь. И только... Чушпаны. Любчик, ты все? Чушпаны. Манюша, тут все чушпаны. Что делать? Ты сама чушпанка. О, ты чушпанка. Любчик. Опа-на. Тебя не восприняли всерьез. Меня сразу убили. Не кричите вообще. Накричали, ребенок не это. Не заснул. Все, да, у нас все готово. Стаканы, все, стаканы есть, все. Королевы. Вообще, очень быстро. Богини. 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 Да. Леньте, мы все в ожидании ждем это. Ларика. Ларика с Сашенькой. Я нарежу салат, я вот так вот эту ладу. Ты все? Только красиво выходите. Я нарежу салат. Да ты что? Богини, что женщина делает? Богини. Богин. Ой. Да не. Нет. Чих, видите, чушпаны. Мы еще тоже не поздравляли. Мы Сашу утром вообще поздравляли. Я же спросил, он говорит, там. И Ванюшка там. Да ладно! Чушпан! Чушпан! Теперь с улицы. Сейчас, я вам Я не знаю, я не знаю.
Все. Семейное фото, многодетная семья, все влезли. Все. Сашенька, как тебя зовут? У тебя есть этот погоняло? Пальто. Пальто. А у папы Вова Адидас. Вова Адидас. У тебя есть погоняло? Да. Какое? Не знаю. Айгуль, айгуль. Айгуль. Я еще не выбрасывала сейчас с окна. Так, у нас начинается свято. А? Боже, я поражаюсь выдержки. Выдержки, варечки поражаются. Ребенок спит. При таком этом шуме-гаме ребенок спит. В этой малосемейной квартире почему-то вся семья не влазит. Нет, подожди, я выйду. Иду. Любчик, посади нас куда-нибудь. Уже. Я вообще не готов. Давай опять, начинай. Они все не готовы. Тихо соединиться. Вместе хоть самый, помощь как вместе. Не надо вместе, одного, потом другого. Давай. Первый Ларик. Первый Ларик, Ларик, серьезно, мы себе, тебе очень рады, что ты нас взять, мы тебя уважаем, любим, может быть иногда что-то не договариваем, что-то это там критикуем, но ты знаешь, что ты классный пацан, мы рады, что ты в нашей семье появился, и самое главное, что ты сделал, там, нахоровал это, если твоя жена будет счастлива, мы будем рады. Делай этот мир добрее. Вот это прям подарок. Риэлторский перепродажник. Подарок. Теперь тебя. Мы очень рады, что ты наш племянник. Племянник, как папа тебе говорит. А я как раз. Да, мы очень рады, что ты идешь вперед. Мы немножко не дотягиваем, но мы стараемся до твоего уровня дотянуть. Вот тебе небольшой презент. Можно очень долго говорить, но чтоб ты понял. Вместо тысячи слов. Да, вместо тысячи слов. Ой, какая прелесть. Все. А мы теперь. Я снимаю, ты потом обрежешь. Конечно. На нас еще смотрите. Я еще молодой. Нет, мы послушаем. Давай, давай. Ну, наконец-то я вижу, хоть кто-то готов. А то вообще расстроен. Долго учил. Кого? Да оно заложено в крови. Понял. Давай снять это, что ты? Что ты меня оголяешь? Значит, слушай внимательно. Прикрывал, окружал. Упор лежа. Упал, отжался. Упал, отжался. Поздравляю вас. С днем рождения. Теперь мы прям с утра уже поздравляем. Да, мы тебя поздравили. Да. Ларик, с днем рождения тебя поздравляю. Мы очень рады. Мы очень рады, что ты ворвался в нашу семью. И я хочу вам обоим сказать. Так нагло. Обоим хочу вам сказать, что если вы не родились в семье долларовых миллионеров, то пора становиться ими самим. Я вам очень желаю, чтобы вы распочали вот это миллионерское дело, чтобы вы стали вот, наконец-то не риэлторами, чушпанами, бизнесменами высшего уровня. Это звучало не так. Чтобы мы радовались. Аля, а тут надо было кнопочку, да, нажать? Да, Я буду. Солнца яркого на небе, городов, где еще не был. Пожелаю дней счастливых и рук ласковых, любимых, чтоб судьба тебя любила, ключ от счастья подарила. Чтоб все то, что захотел, сам исполнить ты сумел. Так, пожалуйста, привет, плиточка на память. И хватит. Так, и Сашеньки, слухай. Да, слухай внимательно. Всем хорош красавчик Саша. Своим телом и душой. Наша гордость, счастье наше. Умный, добрый и простой. Александр, ты победитель. И шагая широко, в своей жизни ты...
строитель, и пойдешь ты далеко. Желаю крепкого, надежного здоровья и уважения вызывать ты у людей. Пусть все мечты сбываются. Сегодня в твоем 20-летие, в твой юбилей. Спасибо. Ура! Happy birthday! Поздравляем! Тут своя свадьба уже. Не дождалась. Да. Соня уже вмещает. Все. Соня, с Новым годом! Водку. Кто что будет пить? Так ты классики. Курица, ананас, плавленый сырочек. Аня, тебе холодно, нет. Тоже? А мне не нравится. Не буду. Так не богато. Что не богато? Вот ты сейчас акварик не ешь. Так я чуть-чуть наливаю. Так, давай, размажу. Ты что, маленький рюмка? Все так быстро и ну что не нижний, что не верхний? Что тебе такая ложить? Ложи, ложи. Вот такая ложить? Да, ой, как красиво, картофелька. И мне один. Анечка. То есть еще коньяк будет? Все? Мы пока вместе такие попробуем, но больше, наверное, акцент сделаем на коньяк. А что, мне даже не понравится. Ну, может. Что-то близок сразу такие. Ну, у вас пожалуйста. Нет, положи. Вот что, дыми, что такое? Положи телефоны и сядь сюда. Сюда. И покушай картошечку. Какую картошечку? Картошечку? Чуть-чуть с кетчупом. Давай немножко. И мясо. А ну накрой мне эту котлетку. О, все, бери тебе мясо, да. Девочки, обалденно все. Что вообще? Наготовили? Я ну, так, в шоке. Мы же не то, что мать. Катерина, а ну пробуем. Два раза я хочу. Ага. Да, покушай. И что, тебе котлетка, картошечка? У них хотя бы раз. Это что за салат, девочка? Какой? Кто с сухариком упала? Кто? Что это за салат? С сухариками. Копченая грудка. Помидоры, майонез, сыр, яйца. А где вы набрали рецепт все-таки? У Алисы. У Алисы? А вы все с ананасом. Откуда? Ну, звонили, спрашивали? Чай. Так, наверное, такая была. А она не попала, даже потом. Не, было с сухариками. Были сухари. Ну, самое страшное, как вот это. А где? Что? Мы уже не дошли до этого. Шикарно не хватает. Помнишь, красный ковер? Тебе кетчуп налить? Анечка, дашь кетчуп? Я сказала, убери телефоны.
Я думала, тут есть телефон. Дивиться, шашлык там, эти крылышка острые, по-моему, да? Написано было солодкий чили. Солодкий чили. Если острые, то что вы не любите, я очень нравлю. Нет, я не могу. Пробуйте все конфетку. Пробуйте все конфетки. Вот это что, Дева, я не бачу. А, ух ты, маленькие такие. А кто это делал? Мама. А, они порезаны, что, я думаю, что они такие манюсенькие. Мне очень вкусно. Конечно, мама вкусно. А я их сам не заметил. А самое ключевое, мы берем еще стол. Красная. Для антуража. Красная. Для антуража. Я сам их не заметил. Я думал книжечку забрать, думаю, я не дотащу. Мама, это мой стол? Что, за водику? Забери его, Саша. Как будет у вас? Как хорошо, ребенок гуляет. Ой, куда ж поставить в голову, он бывает не там занимает. А вас его склали и все, есть. Варя. Він там стоит, пропадет, так берут. Давай ей подержать, ты поясишь. Так кушай. Че, с Варей прыгай? А что, Варя? Дай Варе. Переговор. Там мазороли. А тільки що дом продав там. Я їж дом. Я теж хочу. А так давай ти поїси, будем я. А я помню, бачиш, кушу. Бачиш, як сім'ї? Жінка вже падає в оморок, а вмирає. Навігайте. Вони зараз все виїдять. Хто буде текілу пити? Давай поїдять. Хто буде ще текілу пити? Я текілу п'ю. Быстрее, чтобы у меня эти руки так стоят. Давай. Ну там еще лежит, это где мама. Там один остался. Давай. Саша, давай. Давай. Лимон. С днем рождения. Happy birthday. Day to you. Happy birthday. Та ё-моё. Туду. Днем рождения, Ларик и Саша, с днем рождения, я вас. Слухайте. Я она. Такая. Не перебивай. Где есть такой? Говорит один мужчина. Ну, мужик каже. Дай Бог мне дуже хорошего здоровья, а моей жінки хорошую роботу. Это ты кому сейчас пожелала, мальчикам? Хорошее здоровье, а у жінок... И гарні жінки. Я не знаю, хорошую роботу. Это не про цыган, случайно. Это бать мой стол, например. Да, огонь. Ми з Дашою скинулись. Дай Бог йому здоров'я, а жінки хорошого. Даша, це не гарден готував, ні? Ні. А щоб жінка обезпечила. Ну так. Да. Зараз ж. Але хлопці. Тата трубочка буде брати? Стримлюсь. Ні, поки ні. А я замітаю, як я тільки на селю скажу Альфонсу, я тоді неділю дома сиджу потрошувати. Чого? Це карма. Буферан. Карма. Та до Валаріка. Мастер-клас. О, самбуки. Смотри, собака і учить. Учить, як не треба робити. Довжди. Що за грона? Натяжний потолок, Саша. Дай Бог не получить. Саша, а ти туди напав? Порох, а це що? Да. Зерен кофейних. Вот это що? Зерна. Зерна. Боже, він така технологія. Боже, у мене зерна. У мене теж є на роботі. Скажи, у нас кілограм зерен. Ну, ми сьогодні весь день шукали, коротше, зерна. Не могли їх знайти. Я вам кажу, у нас кілограм. А подзвонити ми не могли, так? А ми знали. Я вже не думала. Я навіть не думала, бо там супер купила.
А где ты научился? О боже. Боже, оно не это, отдачу не даст? Да. Мама. Подделка. Палимая. Палево. Не, паленка. О, пошел, пошел, да я бачу. Горит точно, горит. Я вижу. А кто будет пить? Сашко Перо. Саша. А ты не полетишь в этот? Космос. Ой, боже. Не, у меня на руках. Все, потухло? Все? Да. Ты увидела маму? Иди сюда. На мои волосы. Честно, кровано. Давай меня несу. Пой. Пой. Зернышко кусай, потом... Передайте мне ребеночка. Зачем? Не надо забывать, надо задыхать. Ну то что, Даша, ходи, там некомфортно будет. Чего? Ну то что, там мало места. Не нравится худой. Ой, какая гадость. Саша, далеко не нашли. Куда ее отвернуть, Саша? Оно горячее, наверное. Ой, херня. Вбивать надо вот эту фигню. А не надо, ему плохо будет. Еще и над столом ставил, лекарь. Сам дыхай. А кто кричал? Я буду курить. Фу, воняет какой-то шмалью. Пластмассой какой-то. Это Саша изнутри. Короче, чем проще, тем добрейше, я так поняла, да? Коньяк. А вы скажите, как не треснул бокал? Как бокал не треснул? Саша, то, я же хотел полить. Вы не крутым. Что, если не то на полы? Вы точно те зерна купили, не эти, не казинак ючи? Надо приходить, типа, быстро раздобыть. А потом отдыхать эту фигню. Она как лекарство. Да, ну, имеет запах какой-то. Саш, будешь самбука не говорит, но мы на воде. Спасибо. Мне текила больше воды. А нам, пожалуйста, коньяк подпалите, тоже эффектно. Чтоб горело. Нет, я могу на воду просто пить. Не, пахнет так вкусно. Может, не надо сжечь. Самогон. Не, мы садимся. Нам дико коньяк. Ну, не сладкий. Запах похожий на вот эти травы. А, да. Это 47 трав. Саша больше всех кричал, я хочу полить. Отпалите. Я хочу самбуку. Я там танцевал. Вставайте.
дабы веселее было потом, я раздам маленькие аксессуары вам всем. Кому-то раздам, кому-то не раздам. И потом скажу, что с ними сделаю. Моя скоро посадят за ваши каналы. А ключи помоги мне, пожалуйста. Ты конкурс? Нет. Нужно отключить. Девчонку отдай. Нет, это не твой мальчик. Саша, есть рядом? Хорошо. Мама, если будешь, это Даша, Даша. А, это твой аксессуар. Это я, не аксессуар. Вот Сёма, да? Валя, я не хочу больше двух детей. Надо. Значит, Алха закончится. Это твой. Пришел мужик и все помыл. Так, я предлагаю выпить, потому что на трезвую голову он уже с Нелизы. Я тоже говорю, что типа, Саня, надо выпить, а ты не хочешь. Там мы уже 10 выпили. Саша, еще не все в кондиции, еще не all inclusive. Вы заплатили мальчику за это? Отдайте чаевые мальчику. Ой, гости, усаживайтесь. Ларик, наливай, потому что не будет весело.